have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет. И это Armored Patrol, он же бронированный патруль. И, блин, прикинь, я думал, что вот этот чувак, это ты. Я сначала на них не посмотрел. Кто тут единственный консолиголовый вообще? Это вот. Я. Ну, а вот мне, оказывается, не единственный. Ладно, давай смотреть, что мы сегодня можем заказать. Я бы заказал пиццу. Да. Есть это, Хэмви. Я бы тоже заказал пиццу, Барон. Missile Truck. Блин, знаешь, я бы взял Missile Truck. Откуда у меня так много вещей в инвентаре? Блин, я далеко не уехал. Ты сядь, ты с собой берешь или ты на моем поедешь? Я с тобой поеду. Как мы будем стрелять из ракеты? Я не могу сесть. Сел! В смысле? В прямом. А теперь я не могу сесть на твой транспорт, потому что это твой транспорт. Сел? Смог. Все, садись, поехали. Ну я хотел. Ладно. Садись уже. Ну? Он не хочет садиться. Я этого не нажимал, если что. Да ёлки ты палки! Что, блин? О, сел! Не давай. Потому что это мой транспорт, а потому что... Меня тоже перекидывает на соседнюю сидушку. Блин, по-моему, эта машина баганутая, не? Пойдем другую выберем. О, поехали. Ну иди сюда, скорей! У меня бега нету. Иди скорей. Да. Садись. Ну да блин, ну давай. Так ты же уже сел, что ты выпрыгиваешь? Ну? У меня я не сел. Опять ну, я не ну, сел. У меня же проходит анимация того, что ты сел. Ну ты серьезно? У меня тоже. Да ну нафиг, хорошо. Я возьму другую тачку. Нет, эта тачка багнет. Так, хорошо, я вот эту возьму. Меня вполне устраивает. А я сейчас возьму... Так, вот так а как это, чтобы стрелять, как эта штука... Ну, это, нажми на кнопку Ctrl. Вот видишь там F или B. Вот, например, B это пулемет, а F это сильная пушка. Оу, я понял. Мои пули не пробивают его. У-ху-ху. У меня два колеса осталось. Ладно, три. Блин, не знаю, а... Ты мне ничего. Опа, не делаешь. Неплохо. Я без. Ай, блин, два колеса, теперь точно два. Мне тут подсрачники выдают. Ау. Ау! Да и тебя уничтожу, братан. Не, эта штука слишком... Ну, у меня слишком слабая штука против его слишком сильной штуки. Так, ну, для этого нужно второй ранг. Блин, у меня нет второго ранга. Ты можешь его купить, если у тебя есть поинты. Так, ну-ка. Где это поподробней? Там есть магазин. Шоп. Умри! Так... Я могу и третий ранг купить. Сколько у тебя поинтов? У меня еще 1851. Я купил себе... В кого я превратился? Ты купил себе женское тело, чтобы в тебя было тяжелее попасть. Минуточку, как мне вернуть обратно?
Шлем. Блин, я себе понакупал кучу всего. Офигеть. Ладушек женский. А? Ладушек женский. Как мне обратно себя поменять-то? Это я что вообще сделал? Так, сеттинги, погоди. Не, это игровые сеттинги. Вот. Это не то, не то. Интерфейс. А! Я спрятал весь интерфейс, это не то. Так, 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 так. Команда нет. Магаз. Черт, ладно. Короче, ну я купил третий ранг. Значит, я могу себе взять второго тигра. Слушай, да! Садись мне. Я себе купил, короче, брони, купил. Фига себе, я купил танк, а тут уже чувак сидит. Свали-ка отсюда. Бип-бип-бип-бип. Есть. Поехали. Встречи. Вот это настоящая техника. Вот это уже крутяк. Надо было сразу купить. Ну, как бы сразу. В прошлый раз мы наиграли, я просто еще не знал про эту систему с рангами, что и как покупать, и все дела. Теперь знаю. Теперь все круто. Да хорош! Ну ладно. Эх. Так, вон, синяя точка, которую нам надо захватить. Нам вон туда. Ставлю поинт на карте. Почему вижу тень вертолета, который летает, а сверху никакого вертолета и нету? Смотри. Может, он подземный вертолет? Может, как он... будто это тень атомного вертолета, который взорвался. Да, кстати, вертолета я не вижу, но он как будто есть, но его ой, как бы вижу, не. Вертолет, а вон он, вражеский. Вон он. Это его тень. Я вижу вертолет вражеский. Я не могу попасть в него. Я слишком низкий. У меня низкое дуло. Блин, я заехал в какое-то болото, пока смотрел на этого придурка. Стой, надо вот эту штуку расфигарить. У меня тут пулемет есть? Да, есть, на Б. Б. Да, 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 да. Можно попробовать попал. Его сейчас. Ох, у меня такое ощущение, что я тоже мог бы попасть, это было близко. Еще раз попал. Че, он уже прямо разлетается. Но он же вертолет, он летает, поэтому и разлетается. О, я попадаю. Я тоже попадаю. Из пулемета неплохо так заходит. Блин, из я. Из пулемета очень мало заходит, он не так плохо заходит. Но попадает. О, 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 о. Я постоянно смотрю на этого чувака и постоянно заезжаю в какое-то болото. Где он сейчас? Он упал, не упал? Он, кажется, упал. А, нет, он прямо надо мной. Прямо надо мной. Ах, почти попал. Он так не вовремя наклонился. О, упал. Есть, упал. Минус. Не надо эту штуку ко мне пододвигать. О, ракетная установка. Повезло. Кого тут стрелять? Так, мы заняли эту точку. Почему она синяя? Нет, блин, что меня перевернуло? Что это было сейчас вообще? Парень тоже этого не ожидал. Я только что запустил 4 ракеты в одного чувака, который просто шел. Как этот вертолет разбить-то до конца? И почему эта точка не захватывается? Она захватывается. Но вдруг там опять какой-то парень под землей, который мешает нам захватить точку. Слушай, сейф ракетную установку. Чел, будем всех убивать. О, там машина. Да уберите с меня этот каркас! О, он убрался. Есть попадание. Сюда можно сесть и поехать. Сядь и поедь. Встань и иди. Так, точка захватилась, я пошел отсюда. Ну это классно, точка захватилась. Блин, я не попадаю. Надо.
прикольно. Вот, на танке ездить уже гораздо повеселее, чем на Light Vehicles. Все хорошо. Так, а сколько у нас времени? Думаю, у нас много времени. Ну, раунд идет на определенное же время, нет? Думаю, нет. Так. Стой. Где враги? Они, например, в другой стороне. Ты сейчас едешь к нашей базе. Ну, потому что там все наши, и там нет врагов, потому еду к нашей базе. О, кто-то... Вон, вижу. Вон, вижу. Чувак на каком-то тарантулетике ездит, надо подойти ему, влепить. Блин, по-моему, это без меня сейчас сделают. Я не попадаю. Ай! Я должен срочно... Не стреляй, я украду этот транспорт, мне надо уехать. Все, он мой. Есть. Он мой. Что там, стреляешь в меня? Бум. Можно было просто раздавить и все. Я еду к встрече, врагам. До свидания. Ой, я поставился за почти последнюю точку. Они даже не ожидают этого. Есть! Я чувака из 50-калиберного убил. Так. Премиум авто. Мы тут такие... О-о-о! Там чувак поехал на наши точки захватывать, я не знаю. Вон там есть какой-то... Ну, там два наших чувака, да, но... Я бы хотел защитить наши точки. А, нет, он едет к нам. О, иди сюда. Я еду на такой развалюхе, у которой даже колес нету. Ну ладно. Фига ты умахиваешься, уворачиваешься. Я промахиваюсь, а он уворачивается. Гон тачки три. Пищ, неплохо тебе в лобешник. Это выглядит немножко как-то странно. Почему? Я угнал тачку, которая прикреплена на гранату, которая может взорваться в любой промазал. Момент. Там чувак на вертухе. Ох! Хорошо попал, между камней прострелил. Прям влетело чуваку. Знаешь, тут очень странная вещь произошла. В общем-то, парень угнал мою тачку, а я угнал его тачку. Угнул. Да, на тачке парня бомба, которая в любой момент может взорваться. Я чувака без колеса оставил. Нормально. Ну, нормально. Я иду к последней точке. Есть! Есть, блин, глянь! Я вертушке хвост отстрелил. О, нормально. Вот это было хорошее попадание. Так, чуваки пытаются что-то еще выбирать. Почти. А мы можем их базу разбить? Может, наверное, быть. Все, я захватываю последнюю точку. Я захватываю последнюю точку, мы сейчас выиграем. Блин! Мой танк расфигачили, вот этого я не ожидал. Окей. Так, что я хочу? Я хочу... Хитрость, блин, сотый левел. Леопард не хочу. Скорпион. Насхорн. Так. Я могу еще заказывать любое, и второе, и третье. Все, мы выиграли. А, да? Да, мы выиграли. Захвати последнюю точку в стелсе. Нормально, да. Шерман? Серьезно? Тут Шерман предлагают. Так. Че все трясется так? Ладно, давайте я леопард возьму. Леопард тоже хорошая и штука. И звуки природы. Надо оставить тут гранатку. В смысле, там ничего не сорвалось? Оу, я мог бы взять, кстати, вертолет, почему-то я об этом не подумал. Тут
На леопарде у нас... Какой калибр пушки на леопарде? Ну что, с тигра попадало хорошо. Блин, у них опять вертушка есть. Ой, я вижу вертушку. Я сейчас по стелсу еду на самом краю карты к их базе, чтобы что-то натворить. Интересно, я могу пострелить? Ракеты не долетают и такие просто на землю падают. Передо мной чувак из реактивного миномета популял ракетами, они такие просто передо мной упали. Офигеть, что происходит-то? Блин, меня никто из команды не замечает. Прям просто никто. Я не понимаю, это я попадаю или... А, блин, пулемет перезаряжается. Стой. Найн! Не в болото. Я Есть! Я понимаю, что ты хочешь пойти за мной, но, чувак, зачем ты это делаешь? Как я промазал? Да ты чё? Я зашел в их зону. Блин, тут против меня два танка сейчас. Ай. Столько подсрачников получать, это... Я в такой тупой смертью умер, ты не представляешь. У меня от танка уже вообще нифига нет. Ай, блин, они мне сзади разбили броню и просто расстреляли из пулемета. Не, кстати, это умно. Не-не-не, давайте. Укатывайте отсюда свои тарантасы. Я хочу обратно тигра. Тигр, короче, это, не знаю, больше тема, чем леопард. Не, я понимаю, что это сейчас я сам провафлил, но мне просто больше понравилась тема на тигре кататься. Если сейчас приношу... к моей самой дальней точке пушку, чтобы мы смогли стрелять. Приношел? Это что за новое слово? Приношел. Я сказал, приношу. Так. О! К точке Чарли подъезжает синий танк. Даже к точке Браво. Блин, там такой замес прям, знаете, я бы... Форсажа нету, какой-нибудь shift нажать там. Закись Ашота врубить. Закиси шоты. На что это обычно ставят? На какие-то полумертвые жиги, короче, найти. Тачка зомби. А, мы красные, мы победить. Есть. Я же сказал только, что мы победили. Окей. Первую половину больше я кого-то месил, вторую половину меня немножечко месили, но это тоже неплохо, прикольно. Надо будет потом разобраться, как мне свою внешность вернуть человеческую обратно, что... А, так, гамазин. Ох ты ж, я, кстати, неплохо так заработал с этого всего. Сколько я заработал? Мне тоже интересно. Блин, мне нужно свою внешность вернуть, я потом поищу, как. Ты уже вернул? Нет. Ладно. Это очень странно. Ладно, ребятушки. Ну, на этом тогда у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях, в других мирах бесконечных Роблокса. И приходите сюда, веселитесь. А мы пока что с вами прощаемся. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.